Всем привет! Вы на канале Baby Go! Здравствуйте, мои дорогие друзья! День, поздоровайся со своими друзьями. Помаши им ручкой. Сегодня мы начинаем цикл программ, посвященных методике Монтессори. И начнем мы с сортировки овощей и фруктов. У нас на тарелочке лежит большое количество овощей и фруктов. Вот у Дениса в руках бананчик. И мы будем раскладывать наш набор вот этих овощей и фруктов по тарелочкам. Отдельно овощи, отдельно фрукты. И Денис будет еще иногда пробовать на вкус, потому что он еще не все вкусы знает. А детишки, как раз как говорит Монтессори, очень любят все изучать. Вот видите, мы уже открываем банан. Ну поехали. Дени, у тебя в ручках что? Банан. Попробуй бананчик, да. Вкусный он. Мама тебе поможет. Познакомимся с мамой заодно. Вот, куда его надо положить? Куда? На какую тарелочку, Денюш, надо положить бананчик? На тарелочку к фруктам. Мама с Дениской. Мама поможет Дениске и положим банан. Апельсин. Давай, доставай апельсин. Покажи всем апельсин. Вот какой апельсин красивый. И его надо на какую тарелочку положить, Денюш? Апельсин это у нас что? Правильно ты показываешь, на фруктике. Ты хочешь попробовать апельсин? Но у нас, видишь, он не чищенный. Давай мы его положим и посмотрим, что еще есть, День. Давай. Клади на тарелочку рядом с бананчиком апельсин. А это потом покушаем, когда почистим. Давай посмотрим, что еще у нас есть. Вот это что такое мама взяла? Это груша. Груша, висит груша, нельзя скушать. Ну это лампочка. А у нас настоящая груша такого желтого цвета. И это у нас тоже что? Фруктик. И на какую тарелочку грушу надо положить, Денюш? Ты правильно смотришь. Давай попробуй. Попробуй, вкусная груша. Так. Ну чего, будем пробовать на вкус грушу, День? Ой, какая сладкая груша! Это настоящий прекрасный фрукт. И положим на тарелочку к фруктам. Но у нас еще много всего на общей тарелочке. Так, не мы пробуем на вкус баклажан. Овощ такой, Денюш. Ну, он, наверное, невкусный будет, не готовый. Давай баклажанчик положим первым на овощную тарелку. Вот, мама нам поможет. А это груша, да. А смотри, что мама взяла. Это что такое? Яблоко, правильно. Яблоко тоже вкусное и съедобное. Очистить его надо? Ну, давай почистим. Давай, клади яблоко к фруктам обратно, Денюш. Нет? Оно такое вкусное, что ты не хочешь с ним расставаться, да? Давай расстанемся с яблочком, День. Давай, смотри, сколько тут всего очень интересно. Дай папе яблоко. Нет. А папе дашь попробовать яблоко? Не дашь папе яблоко попробовать? Нет. Не дашь. Ну хорошо, давай, грызи еще яблочко. День, смотри, у мамы в руках что? Это болгарский перец. Давай яблочко положим к фруктам. А болгарский перец это у нас что? Это у нас сладенький перец, который растет в средней полосе. Очень вкусный. И он овощ. А яблочко к фруктам положим. Это ты грушу опять взял. Из той тарелки, которую мы уже отсортировали часть фруктов. Ну попробуй грушу, возьми, да, возьми. Убедись, что это фрукт. Убедись, что это фрукт. И продолжим дальше сортировать. Не пошла, невкусно. Ну давай не будем ее кушать дальше. Клади ее обратно, День. Мама сейчас у нас возьмет еще что-нибудь с тарелки. И мы положим правильно что-то еще. Это у нас лук, Денюш. Это невкусно, это не надо пробовать на вкус. Это сразу кладем к овощам. Во, большое желтое, цитрусовое, да? Это лимон. Цедра лимона, конечно, полезна. Но она невкусная, Денюш. Ты сейчас отгрызешь и тебе не понравится, 100%. Лимон у нас фрукт. Давай лимончик положим к апельсину.
Давай, мам, поможет тебе. А это груша, а это апельсин. Это у нас с тобой отсортированные фрукты. Апельсин. А вот это что лежит перед глазами у тебя? А это редиска. Редиск тоже растет в средней полосе. Это овощ. А зачем ты обратно в тарелку ты вернул? Давай мы положим к овощам редисочку. А то, что ты сейчас хочешь взять, это помидор. Какого помидор цвета, Денис? Ну попробуй, да, вкусный помидор. Какого цвета помидорка? Красный, правильно. Помидорку надо тоже положить к овощам. Один помидор у нас, все правильно. Один помидор, который надо положить к овощам. Давай положим к овощам. А смотри, у нас еще на тарелочке, на центральной, что осталось, Дин? Ну давай еще помидорчик откусим. Вот, это огурец, ты правильно сказал. А это кабачок. И все это у нас овощи. Дин, он такой большой, что у тебя в одну ручку никак не поместится. Пустая тарелка, а кабачок уходит к овощам. Вместе с чем? С огурцом, который ты не хочешь класть к овощам. Правильно, пустая. А мы же с тобой, посмотри, мы рассортировали фрукты и овощи. Вот здесь у нас с этой стороны фрукты, а с этой стороны у нас овощи. День. И как раз огурец с помидором, которые остались, их надо положить тоже к овощам. Или еще попробуешь на вкус помидорчик? Помидор. Правильно. Это наш последний овощ в программе на сегодня. Давай положим помидор на место. И попрощаемся с нашими друзьями. День. С вами был Baby Go. Ребят, до новых встреч. Пока-пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. До свидания.